что-то с чем-то. Так, мое плечо видно на полэкрана. Сейчас типа идет стрим, не знаю. Когда стрим хата будет говорить? Сейчас. Я сейчас типа поставил. Супер, супер говно картинка должна быть, по идее. Мое плечо видно на полэкрана. Такое качество. Мобильное постоянно качество, скажи. Что в оригинале. Не, ну, да не, нормально. Не что? Такое уж говно. Что там по онлайну? Ну так что, идет? Ноль зрителей. Ну пока идет, да. Понти но... там. Проблема в том, что оно падает. То есть оно работает, потом падает. Так что это ненадолго, скорее всего. Сейчас посмотрим, сколько в этот раз постоит. Тут говорят это, совсем скорость плохая. Это у них плохая, у нас хорошая. Мы по скоростями. У меня вообще скоростей нет, я выключил телефон нахер вообще. От греха подальше. Да то ладно, он не убежит куда. Хоть и живой, но... Понти, иди тренируйся. На турнир PUBG. Хороший чатик посидеть. Бери свою... Мы тут вчера обсуждали с Понти. Там же сквады нужны. Да. Вот. Она мне вчера писала, типа, давай финал, там все дела. Да, так дело в том, что меня не будет на квали. На квалификации. Ну, понятное дело. Так что нам вариант... Мне вариант участвовать, только если сразу... Куда вы хотите? Познакомь нас со всеми, пишет. Да там турнир гудгеймовский, попробуй. Майкер. Чей? Гудгейм. А, гудгеймовский. Майкер, Миша, ты как бы в эфире, передай привет друзьям. Да его там не видно, он там. Да как не видно, вон видно. С краешку беленький. Спрятался там. Майкер с ногами пишет. Упал. Упал. Упал Майкер. Миша тут, короче, оторвался после PUBG, ребята. А, не, вот, опять пошел. Серии будет через 4 дня. Новые. Кусочек Майкера офигенно. Миша, поехали. Миша, поехали. 2 минуты, Макс. Может, чудо, вот так развернуть, типа, по всем. Там нет воды. Пусть надо. Воды слонам. Ну покажите все, а то только Михаил. Во. Видишь, стрими нашего лучше она пишет. Да, здесь затяжка просто. У нее типа лоу. У нее лоу латенси, видимо. Нет, идите за телефоном, возвращайтесь. Вам надо помочь? О, Доть. Сразу, о, Доть. Качество слабенькое, говорит. Больше не просто тянет. Просто тирана, о, Доть. Нормально. Да нет, ты не смотри, с той стороны. Ты не смотри с той стороны. Не, имеется в виду там. Снимаю, съемка идет с бэк-камеры. Стрим идет? Конечно. Виск спрашивает, где там скрипка? Скрипка с мотиком где-то сидит. Не видно. Скрипка ушла. Нет скрипки здесь. Скрипеть ушла. Витя, да. Я пока записываю. Который меня сейчас разбили. Сейчас. Ты нас кинул отписка, пишет. Смысле, то, что я вам не показал скрипку, нет, скрипка. Скрипка еще придет. Вы сейчас в город поедете, да? Ты кинул пацанов. Я вчера останавливалась, я лично говорю, надолго? Говорит, права у вас есть с собой? Я хотел в магазин, короче, платки. А у вас есть с собой права? И бачок. У меня из сумки там куча всего торчит. Встаю, паспорт. Либо я, короче, поеду. Я подставил 500 килобит и пока не падает. Ура! Там, наверное, мыльно все, да? Не, слушай, нормально. Более-менее, как бы, да, плюс-минус. Статичная картина. Как бы, да, пока статика, все хорошо. Тут главное, как бы не мог сильно не двигаться. За камеру. Да не, поставь. Короче, вот так, может, я возьму, буду чатик читать. Что сделать? Есть. Я тебе, в общем, скину. Сейчас, я тебе еще позвоню, пойдет. Вот, сообщение нашего друга. А, это я видел. Все нормально, да? Все под контролем. Ну, надо проверять, смотреть, что он там намерил. Но это не в скайп надо выходить, это надо по-нормальному выходить. Когда ходишь, качество режется. Ну, конечно, режется, потому что не справляется. Не видел, как стоял, вот там лакует башня круговая. Что-то я точно забыл. Ну, конечно, значит, вода, лимон, минералка. Пробрыгивает дерево. Забор.
Ты через забор не можешь перепрыгнуть, но ты можешь пропрыгнуть вверх. Маша с Ронькой осталась? Маша заболела. Твою ж мать. А что? Все, отменяем хату. Это прям вот блуждающая вот эта простудная хрень. Ну, я тут немножко что-то начинал заболевать, вот. Но я быстренько выздоровел. А она, это видимо... вот эта вот Мишина инфекция? Ну, похоже на ту же самую, да. Мы же уже тоже ей переболели. А сейчас типа опять. Сейчас Миша по мере закидает. Как она лечится? Лучше бы она здесь тогда лечилась. Ну, она пускай сегодня дома отсидится. Я сегодня тоже домой уеду. Я еще тоже поеду домой. Ну, как бы не сейчас, а посижу. Не, якобы на самом деле ухудшать положение нельзя. Вот, а завтра посмотрим, как там будет, чего. Если получше станет, то... Каша. Что там, упало? Нет. Удобно в приложении чатик читать. Вопросы к Вите. Во, наконец-то. Чем телефон камеру удерживаешь? Рукой. Я вот недавно мы играли, но мы попытались собраться, немножко не так делать. Там, короче, есть эта хрень, слышишь? Скажи, у меня рука четко не дрожит. Я идеальный фотограф. Вот. Да-да-да. Может, в Питер ехать? На Исаакиевский какой-нибудь, или в Зимний дворец, и просто людям за деньги предлагать фотографировать, типа, не дрожащей рукой. Здесь дом, а здесь, типа, салютом. Струны тянут. Бедная моя гитара. Давай мини-вьюшку у всех. А, ты ж купил босяцкие, бля. Мы можем взять мини-вьюшку у Тирана. Тут, кстати, вот, товарищи, вообще прям все игры есть. Все игры? Да, все, много. Я просто изменяю тему, да. Тиран, здравствуйте. Здрасте. Понтия привет тебе передает. Видишь? Понтия такая вьюшку. Увидела тебя. Кого? Тихо, спи. Вьюшку. Интервьюшку. Давай. А, интервьюшку? Да-да-да. Жги. Жги. Давай. Так давай, рассказывай. Что рассказывать? Я не знаю. Я не профессионал. Так в смысле? Интервью берут? Хорошо, тогда вот давайте. У нас чатик будет интервьюировать. Просто из чатика. Погнали. Доти, рассказывай. Давай, погнали. Как поспал? 3 часа. Как, кстати, на Баблокаре-то прокатился? Ты же на Баблокаре. 3:40, да. Что 3:40? Ехал. А, нормально? Что за... А не знаю, что за машина. Что за водила? Водила прикольный, забавный. Прикольный, общительный? Да. Истории рассказывал? Да, мы с ним нормально походили. Как финал, спрашивает Волкер? Это был лучший интернешнл. Просто лучший интернешнл за все 8 лет. Финал наравне с 2013. Виск спрашивает, где Наталья Мур со скрипкой? Ну, скрипка здесь ходила, бродила, а Наталья, Наташа, я еще не видел. Наталья была, да. Я была. Не видел ее еще. Да она стесняется. Не знаю. Не надо стесняться. Что там по времени? Через 15 минут. А, тебе телефон надо, да? Блин. Короче. Да не, бери. Не, я могу, я специально для этого взял еще один телефон. Вот, ты прям айфонами обмазался? Да, продакшн. Обмазался айфонами. Но проблема в том, что на этом телефоне баг. Приложением, и в нем нельзя, короче, выставить качество. А, и вообще он Wi-Fi потерял, и все, до свидания. А ты же настроили Wi-Fi? Нет, это я сам себе Wi-Fi настроил. А. Нормали. Это как бы. Видимо, да. Все, это все вопросы? А, я не знаю. Пока все, там, Наталья, мы вот багованное приложение какое. Да, короче, Wi-Fi опять не пропал. Иди, короче, возьми интервью у Вити. А что за третий голос за кадром? Почему что за третий голос? Ужасное приложение. Представьте себе. Иван. Это Иван, мастер по уточкам. Иван Ванков. Мастер по уточкам. По уточкам я уже более полгода не играл, на самом деле. Занимаюсь... Мастерство не пропьешь. Турнирами. Понтия уже, так сказать, просила меня пропихнуть ее в финал. Мимо всех, но Понтия, сори. Итак, куда? Смотри, куда? Тебя не продадим. Будешь отборочный. Прикольный футбол. Упало, кстати, опять вроде. Не, не упало. Ну, кстати, можно было реально сделать. Смотри, какие квадраты. Не поддерживается своим телефоном. Все вроде нормально. Хавок, что ли? Да, хавок, конечно. Не, если вот так вот делать, тогда будут... Не, будет квадратов много. Хавок в Томске, на самом деле, ребят. Ему далековато ехать до Маслоу пристани. Тут рядом стоит... Великий, могучий Витя со стаканом Пепси. Сейчас мы свичнем камеру. На Тирана. Да, и увидим великого, могучего Тирана. Пьет квас. Почти квас. Еще не говорите.
Как это представить человека? Анекдоте по нику тиран. Не, у тебя. Дотер по нику тиран. Тебя что-то понял сразу, о, дотер. Смотри, как ты смачно тут пиво вообще прячешь. Вот пепси нужно вкинуть это. Лайаут быстренько так. Раз, пепси, типа, бери от жизни Бонич, все. Спит. Бонич уехал. Куда? С Женей закупаться. Квасом, соками. С компотами. Да, там два, там, выбирали Гермес или как, короче. Геркулес. Геркулес. Ну, там. Ну, каша. Геркулес. Гермес, я кинул. И Прометей. 40-градусный квас. Друг, это не только 40-градусный, тут еще 100-градусный квас. Не перевелись еще богатыри. Тут тебе это. Комплимент я сделать. Я сейчас покраснею. Это кто сделал? Тут вон, тут у нас два. Топик или топик? Сразу два богатыря. А что я-то? Я вообще худею. Может, Торис? А может, Торис? А может, Торис? Топик мне делает комплимент. Это звучит странно. Мне топики обычно не делают комплименты. Немножко странно. Это, видимо, кто-то не из твоих зрителей. Да. Это типа AMA, знаешь, как на Reddit вопросы задают, и люди отвечают. Что-то опять... А, нет, все, отписано. Потом не согласен. Если Паша, что-то нормально? 13 человек. 13? Дело, я думал, пару сотен. Да главное, Понтия тут есть, и все как бы. Понтия там сидит, F5 нажимает по КД на ГГ. О, Локи, есть, захожу. Но он с утра уже там спамило в чате, с маленькой плохой собачкой, типа. Типа, что за фигня? Где стрим? Да-да-да. Просто. Дома помещалка такая. Прошлый год на работе идет где-то да там, я гуляет, такой бах, Локи зашел, твою мать, обратно бежим домой скорее. О, Фомич зашел, а что это у нас такое? Сколько человек на даче? 43, говорил Миша вроде, да? На данный момент? Или вообще приедет? Фомич с Фанкой не приехали. А, значит 41. Пептар тоже жена не приехала. Тэй не приехала. Тэй, да. У нее финал. По Just Dance. О, ну это серьезно. Она же там вообще куда-то собиралась, да, отбираться? Ну, там. На Игромир, она собиралась на Игромир на Just Dance. Не, я там слышал, что там вообще какие-то там, чуть ли не в Бразилию там куда-то или... О, не, этого не слышал. Я к ней заходил, тупо спросить, типа, ты едешь, нет? И типа, почему-то не выехала. Привет. Я сразу выключу. Здрасте. Здрасте. Пух что-то немножко... Правильно питание делает свое. Вот. Это Пух. Пух, иди покажи, чем мы тут питаемся. Мы тут на мусорке бегали соседние. По-моему, что-то матерное. Да, что-то нецензурное. Что-то как Нутелла обычно кричит. Ну, галку влепим просто, пока он спать будет. Спорный контент. Перманентно. Перманентно. О, лысый гнорщик пришел. Как Пуха. Он вообще прям ливнул такой, очень стремительно. Беспардонно. Ребята, вы кто подписан на Пуха? Совет. Отписывайтесь, пока не поздно. Это влечет последствия. Я думаю, 20-30% тут точно подписано. Пуха обожатели есть. Да, у Локи одни пуха обожатели на стриме, 100%. Я тебе говорю, Пух отписка, молодец, парень, эй! Зря ты это сделал. Ты бы хоть написал, да, че? Да вот, приложение это не сделать. А. О, 31. Локи, Понти обожатели. Причем с телефона там тоже это крайне неудобно делать. Да? Да. Мне нравится, Понти тебя выделяет, типа, сейчас он тебе ответит. Понти, он вообще не за компом и не зачем. Ты можешь не выделять его ник. Ты можешь просто писать. Чатик читает Иван вообще, так что это. Да, чатик читает Иван. Так что да, обращайтесь к нему. Топ-план. Кто приехал из именитых личностей? Да я приехал, чё? Шутка. Опергеймер, вот тиран, там вот сидит Витя. Нифига, терминатор. Ну, Витя, личность такая, тут 50% любит, 50% души. Ты прям такой терминатор пришел такой. Все-таки. Вот, покажи человека, который на две расхерачил в области. Тут, I'll be back. Давай, знакомьтесь, Алексей. Алексей отличается неординарно природной. Смотри, у меня, кстати, можно сделать вот так вот. Здесь можно добавить Add Overlay, Image, и выбрать картинку сломанной двери сейчас. Нет, вот, смотри. Сейчас, короче, раз. Скрипт — это само собой, да. Тут еще смотри, сейчас загрузится картинка.
О, ну, так баунс, вот, смотрите. Девочка немного стеснительна. О, во, да, ребят. Короче, здесь была ручка, если что. Вот. Понимаете, чтобы отломать ручку по-хорошему, надо снимать всю фурнитуру. По-хорошему. Да. По-хорошему. И выламывать ручку, но... Да, Алексей. Это что-то какая-то лайфсоло. Кто из этих людей Локич? Паша, покажи себя. А кто спрашивает? Мистер Мутамур. Паша, презентуй себя людям. А то они зашли на стрим, он его не поняли, кому зашли. Он его еще вчера троллил. Он поздоровался, ну мы вчера играли в сквады. Тот, кто держит телефон, куда сам идти. Мы вчера играли в сквады, он зашел, поздоровался с Понти, со мной, с Утоном и такой... Кто такой Паша? Типа все. И Паша такой, а че это? А он, а кто? Кого не забыли там вообще, как бы нормально? А я. Да что худой? Паша не худой, Паша атлетичного телосложения, не надо на Пашу. Вы еще худых в гугле наберите на Алексея, вот там худые люди. Типа... Ты из крайности в крайность. Это нормально. Это атлетичное телосложение, так что завидую молча, пожалуйста. Блин, надо было, наверное, своих тоже отправить типа, к себе на канал. А я не знаю, сколько это будет продолжаться в их канале. Он пережил, в принципе. Т8. Да, я пережил. Паша, ты отлично, остальные толстые. Тиран, не пригорай. От того, это мухомор? Да, я не знаю, что пригорать. Ты пригораешь? Я пригораю. Я пригораю или я? Я один из самых горящих людей на Гудгейме, в принципе. Априори. Но пока ты спокоен. Слава. Ну, на первом месте, наверное, Алаитыч, потом я. О, Алаитыч просто, вот, ребят, 10-10, зайдите в любое время к Алаиту, он постоянно будет орать. Постоянно. Не знаю, просто включаю стрим. Здорово, Стел! Вот так уже начинается сразу. Ну, типа, потом после него идут, типа, я, да? И начинается этот ор. Прикольнее всего, когда он такой просто вскакивает со стула, уходит и издалека там что-то орёт. Да что это такое? Постоянно с третьим бегом. Вот это вот постоянно у него на стриме. Просто можно пародию на Алаита. У меня, кстати, нет такого прикола, типа вставать с кресла, уходить что-то орать. Передай привет Диме. Диме, не будет Сокола. Какому Диме? Какому? Мерчуку? А, Рома. Здрасте, ёп. Что? Я Дима. Ты думаешь, что ты один Дима, что ли? Тут нет, много Дима. Скажи, я его вижу, он уже бухой. Ты бухой? Он нет. Пепси пьет вообще. Нет, пьет, он пьет Пепси. Видите, там, да, правда, это так. Рома, я спал 3 часа, иди в жопу. Передайте месье Неонафту от Илояровича привет. Неонафт! Неонафт, от Илояра привет. Илояра. Кто это? Ну, в общем, твой обожатель какой-то. Фаворит. Хотя, а что в 19 веке? Там замок полностью вырезали, ну, в смысле, сняли. Подбрать верхний закрывается. От верхнего замка только один ключ. Бэджики с никами мутите. Блин, каждый год мы думаем о бэджике с никами. А зачем? Да нафиг, тут все знают друг друга. Ну, типа, я всех знаю. Тиран. Это закрытая вечеринка. Я хотел приехать в своей футболке, где у меня написано Тиран, тут Феникс с лисой. Кстати, там же футболки гудгеймские. Типа новые футболки гудгеймские. Ну, потом, сейчас. Потом. Я пойду покажу. Покажу их на стриме. Окстель. Да. Что? Тебе тоже привет. Ну, короче, бейте. Да. Цвет, правда, какой-то странный, но... Ну да. Вот, ну. Мне идет? Анбоксинг. Фигагат. Еще там, достань ковер тоже, покажи. А они все одинаковые? Футболки, да. Там есть 2 черные, то есть одна, по-моему, Витина черная, а еще одна чья-то, не знаю. Остальные все синенькие. У меня все можно. И ковры все одинаковые. Да, вот такой вот мерч. И ковры, да, одинаковые. Футболочка все одно, все равно, наверное, хотя она не налезет на полу тирана. Слушай, там есть 4 XL размеры, так что... Да. 4 XL? Да. Я в ней буду спать. 4 X и 4 L. Чтобы сразу было. Это что-то, здесь 3 человек просто? Что-то Понтия пропала, видимо, миссию сделала и дебнула. Она аж скрипку-то не увидела. Если скрипки нет, значит все... Да оставь финку где-то, пусть интрига. Не, ее можно просто... Слышишь, медиа? Можно просто не говорить, что это скрипка. Да, я скажу скрипку, вы видели скрипку, но вы не знаете, кто она. Да, вот это кайф вообще. И в конце, в сам последний день, когда все уезжают, ее сажают в тачку вот так, она машет рукой и уезжает просто из занавеса. Закат.
Да, потом такой, если что, вот, вот там была скрипка. Да, да, да. Опа, тебе премиум пошли, премиум пошли. Воу-воу, Ганиклав активировал премиум. Спасибо, скажи, ты чё? Скажи спасибо, Ганиклав. 4XL как раз для него. Иди в жопу. Я скрипку в лицо знаю, пишет Элояр. Ну, хорошо. Это хорошо, что ты короче, ты понял. Значит, ты единственный, кто может спалить в чате, когда скрипка попадет. Будешь палить сразу бан. С такой-то задержкой. Бан с Гугема сразу. Ковры когда будут. Я думаю, что вот, вот если опа, вот здесь появится опа, скрипка. Нормали, нормали, 100 рублей залетело. Надо поставить. Сатен за правильный стрим. Опа, опа. Короче, я хотел сказать, что если здесь появится вот скрипка, то, такая, то не возникнет красиво вопросов, кто из них скрипка. То есть как бы... Что-то у меня счетчик стоит на лице, ну, завис, мне кажется, больше. Какая-то гигантская, ну вот я рукой махнул, короче. Ну, тут задержка, там задержка, везде задержка. Просто секунд, наверное, 20-30 вообще. Да, ну, это нормально. Это нормально, это норма. Да, это телефонный стрим, по-моему. Ты хотел интерактив какой-то подцепить? Напрямую. Ну, да, через VPRTC стримить, тогда будет нормально. А так даже пока... больше 20 секунд, наверное, видишь, пока нет. Рука не появилась. Вот. Чатик, сделайте кто-нибудь тайминг задержки. О, так, здрасте, тебе звонят. Звонят, да. Ладно, пока, у нас, пока мы без чатика. Блин, а кто-то может еще открыть чатик? У тебя есть приложение ГГ? Я не знаю, мне откроют вообще, нет? Я могу на сайте посмотреть. Я, в общем, взял специально отдельный телефон для того, чтобы чатик открывать. Но... Сделал? Собрал прям? Нет, спаял? Я сказал, взял. А, взял? Взял, да. А куда ты стримишь? На ГГ. На ГГ. Нет, я не знаю, сколько. Что за вопросы, да? Это было бы очень иронично, на самом деле. На пеку просто поток пускать. ГГ-дачи. Прикинь, в топ-1, короче, для пека висит просто ГГ-дачи. По-моему, норм. Я на самом деле хочу на пляж сходить, сказать народу пляжиться. Пляж? Ну пойдем сходим. Ну мне чатик надо, желательно. Рыбу покажешь? Ты что там пишут? Так, отправляйте тирана, что? Я прослушал. О, Олег пришел. Нет, да. Рыбу покажешь? Какую рыбу? Ну, ту, которая. Ты еще, не говорил? А, нет, ты только приехал. Я только приехал. Потом надо. Отправляйте тирана в лес, что там? Отправляйте тирана в лес по грибы, чтобы не что-то там... Не вернулся? Смешно. Не подавал грустных идей по скрипту. Гнусных. Гнусных, да. А виск-то в чате? А отдельно же можно открыть, да? Типа, чужак не... В смене качества должен быть только чат, типа. На приложении есть. Ты никогда он не с приложением. А, он типа через... А, через плеер. Прям сейчас вот начну. Давай. А с телефона можно фу выдать? Вообще изи. Кому ты хочешь? Нет, с мобильного приложения. Ну, с приложения нельзя, с этого можно. Почему? Вопрос был в донате. Вопрос был. Покажи мышцу на пляже. Так, а донат у меня скорее всего. Чью? Вопрос такой. Ой, что-то сломалось. Нормально, нормально, там просто... А, вот так вот. Там типа и тут скроллинг, и тут скроллинг. Немножко скроллинг по всей стороне. Спросите мейкера, когда будет... Можно приобрести майку и корли для тех, кто не смог поехать. Ну, мы типа делаем приложение, не приложение, этот магазин. Вот. Но это, кстати, вот к Вите вопрос. Когда уже у нас магазин будет, собственно? Вить, когда ларек откроется? Ларек когда откроется? Гудгеймский. Магазин Гудгеймский. Тут футболки хотят купить. Когда сделают? Когда сделают? Официальное заявление. Понти, нет, не приехал. Две женщины прошли мимо. Виск спрашивает, была ли скрипка среди них? Меня не взяли, я слишком жирный, много мяса занимаю. Без шуток. Они втроем поехали? Понял, Миша и Женька? Да. Окей. Ну что вы хотите? Мы? Ну они закупаются поехать. Я же говорю, кашами, соком. Такое подозрение такое. Прищур такой, типа, что-то тут не то. Иди с чатиком поздоровайся. Крабьер пишет. Крабьер. Что? Это стрим. Такой. Прям с палки. Да. Стрим с палки. Технология. Ого! Палочный стрим. А провайдер у тебя не будет сбивать? Теле2.
Все провайдеры, кроме моего, всегда везде работают. Это же я тоже, типа, удивляюсь, как люди просто ходят по городам, типа, и стримят. Снимаешь? У меня хер где ловит? Я уже три провайдера везде пробовал. Ну, на МТС? Не, в Москве на МТС, наверное, норм был. В Москве на всем почти норм. Почти. Ну, на МТС. У меня в Воронеже МТС так, с перепадами. Сейчас за маты банят на стриме. Привет из 2014. Мы там на дне, так что нормально. А за обнаженку? В смысле, ты собираешься раздеваться, что ли? Я не понял. За такое точно забанят. Я слышал, что на Будгейме одного человека прям выгнали за то, что показал гениталии. Ну, забанили прям. Прям на Будгейме, в смысле? Он, короче, типа, что ли, проститутку вызывал на стриме. Это не самое худшее, что я видел. А ты видел это? Я видел этот момент, и там бан как раз выдавали. Как раз вот где они вызывали проститутку, там как бы ни до чего не дошло, то есть там забанили раньше. Ну, не, он там свои светил. Раньше, да, он как-то такой. Он свое светил, да, но... Как бы лишом, короче, начал. До дела не дошло, да. А недавно всплыл клипчик на Goodgame. Вот. Я сам стрим не видел, но клипчик... такой весьма интересный был. В общем, сидит парень перед монитором, ну, естественно, это же Good Game. Вот. И на фоне ковер, да? Нет, никак, там на фоне стоит... там зеркало, не зеркало, там какой-то... шкаф зеркальный. Две девочки. Да. Вот, два мальчика. А, видео. Да, вот. Интересно, что там было? Не продолжай. Ну, они просто как бы там грешом ходили. И все? Ну, да. Что-то еще, наверное, было. Но это не самое жесткое. Самое жесткое было, это когда чувак как бы так вот лег. А вот там скинули клипчик, кажется. На фоне ковер, короче, и потом, короче, там началось задание, короче. Слушайте, ну сейчас Goodgame можно принять за какой-нибудь Bongo Camps иногда. За Рунетки. Там момент улетел. Это самое жесткое, что я видел. Ну, на Рунетках там интерактива побольше было. Контент покачественнее. Да. Кетборный. А у нас все вперемешку. Микрофоны там говно. Клип удалили. Ну, клип типа удалили, но файл остался. Мы вчера это обсуждали на стриме, вы поняли. Один хейтер однажды забыл выключить стрим, и начался контент 18+. Ну, это они про этого. У нас не так много хайсеров, как бы на Гудгейме. Бородатый, короче. Не, я тогда еще в StarCraft выиграл. Так что это не про меня. Не, я помню, история была... Ты сразу в хайс? С девочкой стримишь из... Мне кажется, ты сразу в хайс шел, как он так вышел. Нет? Ну, я до этого был варкрафтером, а потом старкрафтером. Ну, тут говорят, типа, один хаесер. Ну, то есть, когда вышел хаес, ты уже был хаесер. Вот я говорю, я всего один раз 18+ контент засветил после конца стрима. Это было очень давно. А-а-а, понял. Есть же наркоманы, которые... Мне недавно просто скинули запись. Ту? Не знаю, откуда, то есть с экрана записывали. Когда еще не было никаких рекордов. Только я со Стаси начал встречаться. 9 почти лет назад. А что это за голос? Это 360 или что это такое? По-моему, да. Это Олег привез, что ли? Какой-то старый. Это 360-й был? Порно на ГГ пошел. Это, скорее всего, не 360, это просто обычный. Не знаю, но пойдем посмотрим. Сраный стабилизатор. Короче, эксперты, что это такое? Рассказывайте. Тут мнения разделились. Это дорогая палка, да? Я пойду пляжик покажу. Пока там ребята общаются. Немножко территорию покажу. Надеюсь, что там стрим не упадет. По идее, наверное, должно быть нет. Должно быть наоборот, еще лучше стать. Так, вот там у нас ресторан. Там, собственно, едим. Обедаем, завтракаем. Вот там еще тоже какой-то тусняк наш стоит. Потом туда сходим к ним. Поздороваемся. Я надеюсь, они там не боятся Дианона. Вот это у Майкера дача. Нет, это не дача Майкера, это база отдыха просто. Сегодня тут еще народ левый есть. Вот. Прошлые разы, когда мы здесь мы были одни, и это было вообще прям топово. А сейчас тут кто-то есть. Так, вот такой вот пляжик. Тут есть волейбольная сетка. Вот, шезлонги. И озеро. Вода очень теплая. Прям бархатная.
Не знаю, кто там лежит, наши, не наши. Поэтому не будем рисковать. Майкер не рыбачит. Майкер уехал в город. Они там закупаться поехали. О, наша делегация перебирается потихоньку. -10 градусов дождь. У нас что-то типа 30. Кто-то левый. Гоните Абвера. Ладно, Абвер вроде не левый. А вон, наверное, Натали Мур. Это Скэтман с ледоколом. Оружие, привет. Ням-ням. Ням-ням. Оружие типа из старых колдов. Что-то не работает. Ну пух матом ругается, я его показывать не буду. Ты пропал. Но. Все фигню пишут сейчас. Взял там на басике. Лысый говорит. Где Фомби вообще? Почему он не приехал? Фомби чего-то в чатике. Не допускайте, чтобы Витя голодал. Витя не голодает, он мороженое ест. Где, кстати, мороженка Джен? Привет, это я, Ганик Лайф. Почему ты виск не в игноре? Он был в игноре, я его недавно разигнорил. Да, я понял, да. Так, Валкер, привет, ну, привет, Фомби, выздоравливай, Вилл, привет, пацаны. Фомбич, конечно, зря ты не приехал. Да, зря. Скрипку уже показали? Скрипку показывали. Скрипку, скрипку, подожди, подожди, скрипку показывали, но не говорили, кто, что это она. То есть люди не знают, что это была она. По голосу же могут узнать. А там не слышно было, она просто уходила. Привет. Так. Пух такой ранимый. ЛКГ, не знаю. Я там пофиксил баг. Блин, пух заслонил. Пожалуйста. Стась, ну давай, ты прячешься или наоборот? Или наоборот? Я понимаю, просто ты как бы это... Это good game. Это good gay. Good gay, good emotion. Вон Вилло. О, Наталья. Вон тебе Вилло, привет, Абэн, привет. Занят и так далее. Ты не можешь каждый раз? Кого еще знаешь? Я нам нужно. Я понимаю, просто сейчас не понял, почему. Вы тут все свои. Я думал, что продумалось на столько, что как кошмар. Все, видишь сразу, сколько смайликов пошло. Мы теперь там гэмблингом занимаемся. И нужно ему предложить. Я подумал, надо тебе написать. Наталья вечером, бас-рок, концерт. Она без гитары приехала. Вот, кстати, коннект нормальный, да? Слушай, вы будете стримить ваше так себе выступление, нет? Нет, скорее всего, не будем. Это там скрипка в кадр заглянула. И Абвер, нет, это была не скрипка, Абвера уже показывали. С Абвером уже пообщались, да. Это была жена Абвера. В смысле была? Но спрашивают, кто тут пробежал, типа, мимо. Это скрипка была? Я говорю, нет, это была не скрипка, да. Была скрипка. Никто не знает, кто скрипка. Да-да-да. Другой чё читаешь? Фомбич. Где мой? Тебе не нужно, типа, да? Все. Ну, он, короче, Wi-Fi теряет, и мне приходится, типа, мне сворачивать приложение лучше надо. По Bluetooth надо, да, он не теряет. А, кстати, да, можно было по Bluetooth реально попробовать. Слишком много стримеров на один стрим. Обратное возвращение. Абвер пишет, ЧСВ не поздоровался с чатиком. Абвер вообще... Ну, ты что, как мешаешь какими-то темами стримить? Не-не-не, это про программулька. Гудгеймовская, к сожалению, не успела приготовиться. Понятно, нет. Вот, тут есть Фроза. А, вот Фомбич уже, заметил. Заметил, о, да? А будут утки? Утки будут. Я очень просила, чтобы ты гитару спросил. Вот тебе очень крутой тест, знаешь? Ах ты, Паша. Зачем-то у тебя хорошая сеть есть, получается? Ну так себе, не то чтобы хорошая. Она показывает LTE, скорость хорошая, но она периодически падает. Я фиг знает. То есть... Рубашка цвета дизайна ГГ. Сколько тебя смотрят людей? Хрен знает. В чатике 127. Ледокол, есть, ледокол. Типа где-нибудь 150, наверное. Ты же на канал Майкера стоишь? Нет, на свой. В смысле, зачем? Свой?
Картинка стабильна, кстати. Да, но я битрейт очень маленький поставил. Да, 151, видишь, как я точно посчитал. Сейчас только. Так, этих всех мы уже показывали. Вроде остальных надо будет поискать, кого, кого еще не видели. Гуляет. А, кстати, да, можно Росбрейна показать. Росбрейна-то мало кто видел. Хотя, ну, если это там не вторжение личное пространство. Ну, да. Приехали на дачу поиграть в плоечку. Слушай, здесь в утке вообще прям режемся. В этот раз на плойке будем. Это помойка, отрубайте, да? Поэтому... Наталья Мур, покажите. Наталья Мур уже была, и она... И она куда-то... Куда-то ушла. Вот. Придет, покажем. Пока она отошла. Виск пытается вычислить просто скрипку. Кто убежал от камер? Они успокаиваются, а потом здрасте. Волейбол чуть попозже будет. Мы сегодня только все заехали, пока еще видишь, тоже общаются все. Движуха вся чуть попозже обычно начинается. Сейчас только после обеда, все тоже после обеда, а волейбол не очень охота играть. Одни мужики практически. Ну вот, к сожалению, да, не приехал Пептат с женой, Фанка тоже с Фомичем не приехали. Кто у нас еще из девочек были? Стрим каждый день будет? Нет, скорее всего, не будет. Это сегодня так просто для пробы. Ну, посмотрим, как зайдет. Может быть, и будет. Ты уже ручкой помахал, уже все нормально. Фразочки можно менять. Есть добавление в компендиум, у тебя открываются вот эти фразочки комментаторов. Понти через пару часов, да. Нет, Фанка с Фомичем, к сожалению, не проехали в этот раз, продинамили. Что ты делаешь? Кратко смотрю, что есть. Пойду Диана покажу. Стримчанский нет? Да. Зрители есть? Да, там немножко есть. Всем привет. Смотрю. Это Дима. Диан. А, вот Наталик, просили показать Наталью Мур. Вот, опять? Пожалуйста. Ну, видимо, пропустили ребята, тех, кто... Та же беседка, какой-то торчер. Да, все то же самое. Я тоже хочу футболку. Гимми. А, кстати, где футболки? Вот там ящики лежат, коробочки. Там коврики и футболки. Да, вот картонные коробки. Диан посуровел. Посуровел. Короче, да, более суровый стал. Ну, я специально бороду не брею. И все так сурово. Если сбриваю, то все, пацан пацаном. А он же как бы серьезный, да, человек. Да. Руководит компанией, надо, чтобы... Чтобы боялись. Чтобы боялись, уважали. Да, это мы в Аркадии. Мы уже который раз здесь останавливаемся. Ну, так если он в команде спит, какой он у вас? Вас в какой гулик определили? Второй. Что-то он сильно больно был похож на четвертый, я подумал. Они у него просто одинаковые. Да, но у них хотя бы я все поставлю блейму. Потом еще думаю удалить, как цифоны удалять, цифоны удаляют. Удалить только себя думают. Там особо ничего не было. Ничего не спалил. Где жена Агдора, говорит? Не знаю, куда-то ушла. А там нельзя было удалить потом, после того, как я у себя удалил? Не знаю. Может, если с другого девайса зайти? Вот. Я беру и поэтому иногда еще и этот такой вот докин. Потому что у нее, она пробивает, ну, я бы у нее жучком пожил. Серьезное обсуждение какое-то. Жучком не так сильно слышно пробивание. Пробиваю, нормально,
нету лайнура автосовства, я бы не слышал. Ты можешь поймать. Поэтому мне так, подожди-ка. А, все, уже не успел. Черт. Ха-ха-ха. Там есть. Но. Я не знаю, там видно будет, не будет. А, видно, нормально. Не брать военкомат написано. Что? Да у него телефон звонит, а там написано не брать военкомат. Интернет взяли у Паши. Из воздуха. Тут ЛТЕ. ЛТЕ просто? Я у тебя тоже Билайн? У меня у Билайна, видишь, ЛТЕ. Это проблема. Работает. У меня тоже ДС и тоже ЛТЕ. А я, чтобы поправить сообщение, иду туда на холм. И сдуваю костер. Еще у нас приносили ребята, может быть, они еще придут, админы наши, Олег и Филипп. Спрашивают, не скрипкой? Настроят и придут, они в это вечером, наверное. Нет, это не скрипка. Все там пытаются угадать, кто скрипка. То есть я специально не говорю, она там периодически мелькает, да, и они гадают, типа вот. Подходишь к человеку, это не скрипка. Да-да-да. Познакомьтесь. Это не скрипка. Нет, это скрипка. Ну, померить. Да я уже знаю, кто скрипка, на 99% близко вычислил. Вот это тоже не скрипка. Виск вычисляет, тебя пытается найти. Вот, он говорит, что на 99% уже вычислил. И кто? Ну, в смысле, кто? Ну, что там вычислил? Ну, просто я хожу тут и показываю, так, и вот. И они методом исключения вычеркивают, типа, кого знают, кого не знают, вот. Так что виск, возможно, уже догадался. Футболка цвета хаки, или как это правильно называется? Мы все уже поняли, Пантя тоже раскусила. Все, больше нет интриги. Здравствуй, Костол, да. Камуфляж какой-то. Во времени растягивается. Камуфляж. Маленькая девочка, это скрипка. Знакомьтесь, это скрипка. Нет, 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 сори. Моя дедукция работает. Спроси, дорисовала ли она ту картинку. Нет. Это что за та картинка, я не знаю. Вовремя увернулась. Ладно. Когда он стой снимает, видишь, с той стороны. Да, да, да. Все нормально. Осталось узнать, кто такая скрипка. Паша, ты умеешь это разрывать? Они вообще не все этого не происходят. Да, да, да. В смысле? С айфона? С айфона. А что там уметь-то? Включаешь уже модемы и все? Не, у меня просто не ловит он. Надо просто залогиниться. У меня типа вообще... В общем, проблема в том, что я не могу, потому что мне придется свернуть приложение, а тогда вырубится стрим. Вот. Это дети Пуха? Что там делают дети? Понижают планку мероприятия. Это дети Диана. Дети, про меня, что ли? Что? Дети? Нет. Там совсем дети. Я пойду веселить Уртони. Они наши выходят курить. Уртони, просит тебя развеселить. Они слабые. Да. Ты, видимо, слишком грустный. Блин, а почему нету фильма? Я слишком много эксцессов сегодня организовал. Потому что нас сегодня у тебя продолжается? Как у тебя, кстати, здоровье-то после того случая? Блин, раньше была фишка ментов, программа прошлой, когда еще были без стрима, просто ходили. Ну, без звука, понятно, но хотя можно было на эйбоксе посмотреть. Ну, в смысле, до сих пор, что ли? Подожди, ты про тот же случай говоришь, про который я, или нет? У тебя еще? А сейчас на открытии две пизды, блядь. Ну, то есть нормально там, жить будешь. Еще ладно, это хорошо. Главное, что без последствий. Понти тебе привет передаю. То, что в Канаде, поэтому не сильно так. Да никакого. Так и в прошлом году не было. Брутони грустный, потому что Тарков лагает постоянно. В прошлом году закрытие не было. А ты видел, что в лагере? Фига ты похудел. Он похудел? Тониш такой был. Не, я похудел немного. У этих героев стоял? Не знаю, он такой же. Просто если как бы сравнивать вот здесь вот с ребятами, то мы все бы похудели. Это было
Ну, вообще ебало, это открытие как бы и закрытие. Опа, артефакт, ребята, сегодня все получат. Бля, вот это так вообще типа, блядь, всем артефакт. Я тоже хочу попробовать. Я не знаю, стримеры нет. Мэджику привет передает. Кто? Михрандир. Михрандир есть такой человек. Михрандир. Это Гендальф, я слышал. Это второй Мегендальф. Это же второй Мегендальф? Всем пока. Ты пошел на стриме, да? Я пошел. Свечом, да? Нет, я завтра приеду. Ты поехал на свечом. А завтра приеду на свечом. Это я, да. Что, у тебя много зрителей? Местный житель. Да они там немножко есть, да. Сколько? Я не знаю, пару сотен. Трехзначное число. То есть ты популярный, что будет? Или это канал Майки? Нет, это Майки. Блин, Мэджик есть офигенный юморист. Мы его вот пока в поезде ехали. У меня все есть инселлеры сейчас. Можно вам это Switch тоже запустить, кстати? Нормально. Все. Покажу еще раз мерч тем, кто не видел. Тут футболочки, а здесь коврики. Коврики для мышки и футболочки. Эх, блин, неудобно. Я очень часто сокога просто теряю. Камеру правее наведи. Мерч уже видели. Так не все видели. Ты видишь, ты же... Ты давно здесь уже видел. Кто-то не видел. Придется по 8 раз показывать. Так, сейчас будет немножко FPS стрима. Да блин. Эх, одной рукой неудобно все это делать. Блин, он заблокировался, мне нужен отпечаток рутони не нужен. Блин, а рутоник раз ушел куда-то. God damn it! В общем, я не вижу чатик пока, потому что у меня заблокировался телефон Рутонича, и Рутоник куда-то ушел. Пух общается с подрастающим поколением. А? Будешь сегодня куда-то ехать? Да, домой поеду. Сюда не вернешься, да? Ну, сегодня нет, завтра приеду опять. Да, нам просто в магазин съездить, пивасом закупиться. Так, ребята, вон, поехали, надо Майкеру позвонить. Да мы к себе на холодильник кинули. Чего позвонили? Себе кинули в холодильник, блядь. Ну, короче, себе, да. Короче, просто надо Майкеру позвонить, сказать, чтобы на вас взял, и все. Да? Что, да. Они же поехали в магазин закупаться. Можешь вон Витю попросить? У меня нет просто номера. Ну, попроси Витю. Так, мне все еще нужен Рутони, потому что у меня все еще нет чатика. А, давайте, наверное, пока попробую тогда через Bluetooth подключиться. Сейчас. Куда-нибудь поставлю камеру, блин. Короче, вот здесь будет стоять камера, все. Так, а я пока через Bluetooth попробую через выйти в инет. Нет, это типа серия стримов огромных. Да. Никто не проникнет. Я поиграл в Mario Kart, погонял.
Ой, Рутони, у меня, короче, это, заблокировался. Я все равно сейчас. А, ты уже уходишь, я понял. Ладно, ребята, в общем, тогда мне придется дропнуть стрим, видимо, чтобы подключить себе чатик, потому что, да, сейчас попробую, конечно, как-нибудь вот с этой панельки трогать, но я не уверен, это получится. Так, Bluetooth подключить. Режим модема. А, вот, подожди-ка, если я вот так вот... Так, кажется, получилось. Видимо, получилось, да, без офлайна. Ты пол обоим просто не